Приветствую вас, дорогие друзья, я Донис, мы продолжаем проходить Бога войны Рагнарёк. В предыдущей серии мы, играя за Трея, сумели вдохнуть жизнь, то есть душу великана, в змею. Очень интересная способность. То есть таким образом мы возвращаем к жизни тех самых великанов. Только что-то пошло не так, змея никак не отреагировала, взяла, просто уползла. Значит ли это, что от сосуда, в который мы вдыхаем жизнь, зависит личность? То есть если это змея с слабым мозгом, то она такой змеей и останется. Неважно, что мы туда вдохнули великана. Ну, посмотрим. Сейчас мы находимся, кстати, в хижине ведьмы. Я надеюсь, мы просто отсюда не уйдем. Локация, кстати, обалденная. Это ведьма, между прочим, бабушка. Вот этой вот афробобы. Ангарбоды. Инклюзивная девушка. Знаете, чего не хватает еще? Бобового стебля и облаков, чтобы мы сейчас вышли и спускались вниз на землю. Сейчас она войдет, 100%. Нам надо закрыть дверь. Сделаю. Как ловко-то. Как же громко-то! Здравствуйте, мои внучки! Я как раз печку разогрела. Хотите, я угощу вас? Мне кажется, или там крики какие-то. Идет, идет. Хватит скулить. Через миг ты об этом и не вспомнишь. Куда она, волчонка, в печку прямо? Она же его убьет. Нет, потому что мы не позволим. Я долго была в стороне. Она не в себе. Вообще. Девочка, кстати, красивая. Ты должен быть благодарен. Какой вообще прок от души? Это лишь сосуд для боли. Я тебе почти завидую. Ну так вот. Без него ей не будет проку от души. Я ее отвлеку. Ты выпусти волка и разобьем котел. Мудрая. Уверена? Нет. Нет. Но вечно прятаться нельзя. Иди. Бабушка! Внученька! Я сказала, сюда не возвращайся! Да, взгляни на меня! Только всего забыла. Круто. А ты не даешь себя забыть! Но это не должно быть так. Если Рагнарёк в самом деле близок, может лучше встретить его вместе? Что хорошего дала нам судьба? Твоей матери суждено было умереть юной. Твоему отцу суждено было жить на этой дурёхе. Ах ты ж! Ты еще и друга привела! Локи! Локи! И она африканка тоже. Вон из моего дома! Сюда, со мной! Сложно серьезно к этому относиться, блин. Правильно! Беги! Как будто какая-то комедия-пародия, типа голого пистолета. Где очень вы? Очень страшное кино. Ты точно хочешь вернуться? Говори уже, нам придется. Я вас слышу! Так что это за свечки? С чего они сделаны? Он сказал, что это особенные свечки. Непростые. Смотри, надо разбить вон тот котел. Сможешь добраться? Угу. Куда ты делась, а? Прячешься? Вот лучше бы и дальше пряталась и рисовала картинки. Древная девчонка. Она умирает, смотрите. Не трогай его! Зараза, это больно было вообще-то. Плохая бабушка. Сам воитель Йотунов в моей скромной обители решил развлечься, пока отец не помер. Не смей говорить об отце!
Вот так вот. Будешь служить у Одина, конюх. Заткнись! Из него выйдет славный папка, а про старого ты и забудь. Заткнись! Спринганди Грангур! Сольтин, ёптон! Да, зараза, я ж уклонился! Да оставь ты меня в покое, малявка! Больше не могу! Сольтин, ёптон! Внучка, я не хочу тебя калечить! Сольтин, ёптон! Зачем ты вообще пришел? А как добить-то ее? Нет! Я неправильно сделал. Уходи! На полу оставаться нельзя. Пол — это лава. Да какие вы великаны! Позорище! Вон там свеча! Может, так я смогу ее ухудшить? О, свеча! Фредна, бей! Мне стыдно, что мы с тобой родня! Неправда! Ее отрубил! Стреляй по котлу! Вообще очень прикольно. Уйдите от меня! Достали бедную старушку! Зараза! Вам его не разрушить! Ого! Куда стрелять? Ангербода, берегись! Слезай со стола! Да блин, твой вниз! Я вниз хотел! Что можно сделать здесь? Просто бить? Или можно как-то? Ну это тупо. Просто лупить. Малявка, за что ты так на меня взъелась? Я тебя не обижала. Прекрати воровать души. Это просто животные. Чего она раком повернулась? Это что такое? Что она делает? Ты меня не соблазнишь, не думай. Это все, что у меня есть! Нет, не пойдет, маловато. А, она поворачивает, чтоб я попасть не мог. Тварь, че дергается? Прекратите! Что я вам сделала? Эй! Хорош! Унтир! Опять задница поворачивается! Я могу оглушить ее с помощью свечи, но она должна быть ближе! Зараза. Ну! Чтобы это сработало, она должна стоять рядом! Ты смотри, что утворяет! Надо лечиться скорее! Да! Апрей! На пол! Живо! Может, я смогу оглушить ее с помощью свечей? Так, жизни! Да, тварь!
Ты смотри! Так, у нас есть возрождение. А я займусь свечами! Её оглушило! Наверное, просто бить надо вот так вот. Во! Нет, нет, хватит! Ну, красиво очень. Силы! Нет, пожалуйста! Нет! Нет! Ой! Вот и нет, хорошочка. Больше не будешь пакостить. Что ты наделала? Я спасла тебя. Будешь теперь валенки делать и варежки шить. Лучше бы я бросила тебя волкам, сразу как вытащила из утробы матери. Уходи! Я же... Уходи! Нет. Пойдем. Обычная семейная ссора, ничего особенного. Думаешь, ты чего-то этим добилась, внучка? С битьем посуды. Ты ничтожество! И никто тебя никогда не вспомнит! Даже Локи! Ну так ты вот. Ты будешь забытой главой его истории! А это больное место для нее, кстати. А он будет лишь лить слезы по своему отцу! Еще раз придешь, пожалеешь, что пережила родителей! Смотри, слезы текут, нифига себе. Девочка очень красивая, тут вообще вопросов нету. Мы что, так ее здесь и оставим? А вдруг она пойдет искать... Она меня кормила. Что? Говорила, что ей до меня нет дела. Но иногда поутру я видела, что кто-то принес буханку хлеба. А чё не кусок мяса? Испеченного по ее рецепту. Хотя бы уже пирожки с мясом были бы. Она не чудовище, пойми. Ей тяжело. Пройдемся? Да. Сюда. Очень прикольный персонаж Ангербода. Прям вот все в ней хорошо. Если бы только скандинавкой она была бы, было бы вообще супер. Ты инклюзивность так портит все. Ангербода. Ничего. К этому ведь все и шло. Переберемся через перевал, считай, добрались. Ну, тогда до двух побед. Атрей. Побежали, давай. Я знаю, зачем. Ты хотела повторить после прошлого раза. И я благодарна, но в тот раз я тебя обогнала. По-моему, была ничья. А по-моему, нет. Смотри, раззадорил ее таки. Так докажи это. Раз, два, три. Ладно. Пойдет каким-нибудь тайным путем. Ты идешь или что? Вперед, вперед! На фенике! Фенике! Нечестно! Вау! Легче на повороте! Это очень круто! Браво! Понятия не имею, что ты говоришь! Прям Вуконг напомнил! Да, так славно пахнет! Сейчас у тебя обоняние острее! Но не отвлекайся! Ты опять дашь мне тебя обогнать? Лапы тебе особо не помогут.
напрячься. Напрячься? Ты словно на волшебных крыльях летела. Локи, Атрей, спасибо. Жаль, что тебе от нее досталось. Мне тоже. Вообще-то мы хорошо повеселились. Ну, теперь ты готов вернуться домой. Я буду у святилища, приходи. Я должен уйти. Эйса! Сперва волки, потом Яка, теперь еще волшебная лисица с огромными ушами? Да уж, Ангербода действительно любит животных. Наш последний забег показал. Эйса умеет очень быстро бегать, даже с Ангербодой на спине. Я изо всех сил старался не отставать, но все равно проиграл. Впрочем, я рад, что наконец смогу контролировать свой волчий облик. Теперь мне достаточно подумать об Ангербоде и ее чувствах, чтобы, ну, вспомнить о сострадании или еще чем-то, что сдерживает ярость. Чем-то, наверное, тогда. Может быть, отец справляется так же? По-моему, отцу вообще пофиг. Он чувствует, что надо выпустить ярость, упускает. Только есть энергия. Нет, если не хочешь. В пророчестве не сказано точно, когда тебе уходить. Пророчество. Ну как он сможет не прийти? Ты чего? Вот Рей вообще-то не так много друзей. Тем более женского пола. Такая возможность. Красиво животные нарисованы. Это антилопы, да? Но они мертвые, бездушные. Но нарисованы классно. Потеряв душу, они забыли, как добывать себе еду. Они не особо я поменялись. Я привожу их сюда, потому что иначе им не выжить. Но с этими камушками ты мог бы... Нет. Прости меня. Просто все это насчет пророчества. Это давит. Ты ведь прихватил еще кислогруш? Если хочешь, можешь покормить зверей. Да, есть. А как это делать? Ну, смотрите, какой жук классный. Жук-молот. Ангербода, ты сказала, что в Утангарде легко растеряться. Но что это такое? Слышал про Эмира? Первый великан. Он умер давным-давно, так? Его убил Один. Да. Один уничтожил почти все, что от него осталось, кроме одного. Его снов. Просто не смог до них дотянуться. Они принадлежат нам. А мы можем как-то увидеть его сны? Было бы интересно. Ну, вроде тут больше ничего нету. Надо двигаться дальше. До сих пор не веришь, так ведь? Да. А тут и не надо верить, не верить. Это просто для ознакомления информации. Думаешь, я глупец? Я думаю, ты так сильно любишь отца, что сама мысль о его смерти для тебя невыносима. Подойди. Я тебе кое-что покажу. Чья это душа? Не матери ли его? Лафей? Мамин? А, да, да. Мне жаль, что он пуст. Но я знаю, каково это. То есть ее вообще никак уже не... Потерять родителей. Не вернуть. Причем обоих. Твоей матери нет, но отец... Еще есть время. Попрощаться. А что они так про отца постоянно говорят, как будто я он понимаю, вот-вот умрет? Что, раком болеет? И я это ценю. Правда. Но... Не знаю. Я не верю, что мы просто истории с известным финалом.
что будет с тобой? Не знаю. Как я сказала, с твоим уходом моя роль завершится. Так что можешь не спешить. Думаю, она завершится, когда ты захочешь. Что ты предпримешь? Без понятия. Но я не допущу, чтобы отец погиб. Мне нужно вернуться. Ладно. Надо заснуть здесь, только вернуться туда. Ха. Звезды здесь другие. Нет. Ты другой. Мы точно еще увидимся. Конечно. Значит так. Закрой глаза и держи его крепко. Смотри, не потеряй. Дом. Думай о нем. Повторяй. Дом. 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 Так, да? А какой дом? В Междумирии там? Или дом, в котором он жил долгое время? С отцом. По-моему, второй вариант. Нет. Да, это твой дом. Все правильно. Хорошо. Теперь отсюда надо уйти. Через зомби будем прорываться, Драугров. Хорош, хорош. Не бойся, Трей. Я уже умею тобой управлять. Мать уронил! Другой дом. Другой дом. Другой дом. Да скучно, ты чё, надо проходить. О, прямо в фильме ужасов. Хорош. Прямо зомби-классика такая. Трей, воюй, а не беги. Прямо как Ходунок из Игр Престолов. Ну что? Порезвимся? Да, у меня полностью мнение об Ангербоди сформировалось. То есть девочка супер красивая, милая, наипрекраснейшая, вызывающая симпатию, интересная при этом, озвучена хорошо. То есть прелесть вот вообще. Наверное, самый приятный персонаж вообще во всей игре. Но это мисказ дикий, то есть там должна быть скандинавка, да. То есть произведение в пародию превращается. Я не знаю, ты пришел смотреть Мона Лизу, а там тебе какую-нибудь картину... Маринистов показывают. Да, классная картина, великолепная. Там и вода великолепная. Айвазовского, да? Вода там классная, там небо, корабль. Все шикарно. Ну, блин, я пришел Мона Лизу смотреть. Определенное место, определенное настроение у меня. Я пришел именно Мона Лизу смотреть, понимаете? А тут, ну, ты что, расист? Тебе именно Мона Лиза нужна? Вот прекрасная картина Айвазовского. Блин, но она не отсюда, понимаете? Так же и здесь. Этот персонаж не там, где надо. Но персонаж классный, да. Но не отсюда. Да, они специально еще выбрали самого лучшего, самого яркого, прекрасного персонажа. И именно его заменили на темнокожую девочку. Ох, как он хорошо поднял-то. Да! Телепортнулся. А, я не один раз стреляю теперь, три раза. Дюрата! Дюрата!
Блин, зараза. Ну, заполняйся, полоска нижняя. Что он там, свет какой-то держит? Ну, зараза, со щитом. А, он так щитом не бьет, как Кратос. А, стрелять надо. Это матерый, ты смотри какой. Телепортун. Все, щита нету. Ярость. Не, давайте-ка пока не буду тратить. Вот, хорош. Хорошо тут воевать. И это они очень прикольно придумали. Как спасти отца? А еще как сохранить тайну Ярнвида и Ангербоды. Это напомнило Гарри Поттера, когда он переместился не туда. Неправильно название места сказал, помните, через дымовые эти проходы. Косой переулок попал. Можно в дом войти? Давайте-ка осмотримся. Вообще идея игры именно за Атрея довольно свежая и хорошая. Она вытаскивает эту игру. А, тут заложили. А кто это заложил? Слушайте, по-моему, же проход был. То есть вот эти вот зомби местные, они жили, заготавливали дрова. То есть, может быть, это мы монстры, а они на самом деле хорошие. Как в фильме «Я легенда». Косточка, тут наш волчок жил. А как те два волка? Нельзя пройти никуда? Мы же оставили волков своих. Никуда не пройти. Очень красиво. Да, зима у них получилась. Зиму не просто сделать. Зиму. У них получилось. О чем ты думал? Я ходил. Подзатыльник дай. На два дня. Я. Больше не лги мне. Суперседа. Зачем ты сюда пришел? Один. Смерти ищешь. Не больше тебя. Зачем? Ответь. Что ты от меня скрываешь? Я пытался тебе довериться. Мы тебе потакали. Но вы мне вообще не верили. Но шли следом. Потому что главное оберегать тебя. Такая сцена типичная вообще. Кто оберегает тебя? Только обычно мать так говорит. Мне не нужна. Чисто типичная сцена. Родители с детьми. Только мать обычно так говорит, а батя дает подзатыльник. Потом сидит в стороне, и мать вот это все говорит. Как правило, вот так это происходит. Уверен в этом? Что ты знаешь? Я не могу сказать, но ты должен доверять мне. Ведь я же тебе верю. Это совсем другое. Почему? Вы с мамой многое скрывали, у вас были причины, есть и у меня. Так почему ты... Повезло тебе, Атрей. Ну, теперь за батю поиграем. Вот это удар щитом, я понимаю. Как смачно-то. Разбойник из Хеля. Разбойник погибает, отказывается отвечать на зов Валькирии. И вот он снова перед нами. После смерти он приобретает весьма неприятные способности, связанные с силой льда. Так что прилагайте все усилия к тому, чтобы не замерзнуть. Защита от мороза требуется. Ой, хорошо, а то как? Кто там еще? Ну-ка. А, щит не позволяет. Вот, все. Вот и нет его щита. Я его согрею. Приголублю. Сила императрицы. Ишь ты. Гарпия.
Валькирия! Валькирия! Ты откуда здесь? Я уверен, что мы знаем эту Валькирию. Чего ты взял? Она не бесплодна, но выглядит иначе. Похоже, этот ублюдок своего добился. Мы хотим драться! Помню это дерьмо! Дурацкая! О! Призвал оленя. Тяжелые битвы были, помню. Ну зачем ты так? Уклонение на одну кнопку? Просто имба, все ставьте обязательно. Поворот, не уклонение. Справимся! Мы уже справлялись с валькириями! Сделка! Нет! Это она же? Или вторая? Одна. Ярость! Буйство! Она тебя не сдерживает, да? Да. А в смысле? Ты в порядке? Следи за врагом, не за мной! Понял. А почему у меня три полоски ярости? Вот скотина! Дороги! Вроде нажал. Какая мразь! Брат, вставай! Так все неплохо шло. Есть у нас? Нету камня. Ладно, давай, я думал, победим, не. Она себя не сдерживает, да? Попробуем топором для разнообразия, да? Отец, ты в порядке? А, мы не сначала начали. Не за мной. Понял. Давай ярость. Осторожней. На нее ярость не действует, короче. Прошу, хватит. А, у меня, видимо, другая ярость стоит, я понял. Не трогайте. Дурака. Почему ты не отвечаешь? Сейчас убьют. Дашь твою дивизию! Вставай, брат! Окей. Так, хочу посмотреть, у меня что, другая какая-то ярость? Какая-то доблесть, дерьмо. Дополнительно... Нет, неистовство, идите нахрен. Какое-то говно мне дали. Она себя не сдерживает, да? Да. Отец, ты в порядке? Следи за врагом, не за мной. Понял. Дурака! Скотина. Осторожней. Да, ярость. Другое дело. Вот это я понимаю. И камушек в конце. А чего пропало-то? Падла. Фрея. Да Фрея! Мать твою. Тебя ждут. Райские кущи. Всевозможные страдания и боль. Нет! Отрей! Все хотят друг друга. Кто-то хочет кого-то убить, кто-то хочет защитить. Кутерьма такая. Она была другом. Ну, кстати, у нее был момент, когда она могла убить Кратоса. Она поднесла уже кинжал к горлу и что-то не убила его. Значит, не убьет. Ты цел? Если бы она хотела, она бы не теряла время.
осознала, поняла. Теперь она станет хорошей на нашу сторону. Давай, рожай уже. Выпустила ярость. Давай дружить. Пока что. На данный момент. Ты будешь полезнее мне. Живым. Ишь ты. Атрей, иди домой. Домой? Вот как? Ты достаточно натворил. Мы проводим. О, королева. Счастлив снова вас видеть. Брауднефер. Подхалим типа? Не спускайте с него глаз. Тебе все ясно, парень? Ну давай, потопали. Чего ты хочешь? Она сама не знает. Я не хочу быть прикованной к этому миру. Отправимся в Ванахейм. Ну, значит, тогда пошли. Сейчас будет вам проход в Ванахейм. Ну, все было понятно, что так получится. Сюжет, конечно, тут высасывают из пальца мастерски. Так туго события идут вообще. Пипец. Вымучивают тут прямо все. Это классическое продолжение. Болезнь обычно фильмов. Когда деньги выделили, надо что-то снять, но сами создатели не знают, что делать. И вот начинается. Вроде бы они опытные, все круто делают. Но ничего не могут. Но в игре эта проблема меньше, потому что тут все-таки геймплей есть. А геймплей-то хороший, крутой, и графика. А вот сюжет. В фильмах там вообще пипец. Неистовство или доблесть? Ага, доблесть использует силу ярости не для боя, а для лечения. Нет, мне лучше урон. Хотя в некоторых ситуациях может быть лучше лечение. Понятно. Привязанная к этому миру, как ты уйдешь? Я сделала амулет, который не даст чарам утянуть меня из этого мира. Должно помочь, пока я не найду, что ищу. И что это? Вот постоянно придумывают всякие такие моменты, типа, она может быть только в этом мире, и все. И там в течение какого-то фильма или игры все, она там только находится. В следующем фильме или игре она сюда перемещается без проблем. А как ты так сделала? А я просто там соплю намазала себе на грудь, и все, теперь я могу быть здесь. Ну ладно, окей. Типа того. Источник магии, привязавший меня к Мидгарду. Мы его отыщем и уничтожим. Я тебе помогу. Но это не изменит того, что я сделал. Знаю. Поэтому после я могу тебя убить. Мы идем или как? Ты уже не захочешь. Раз сейчас не убил, это все. Ощущение мороза прямо они создали. Я чувствую, как там холодно. И тона такие серые. Все как надо. Снег у них обалденный получился. Тут картинка более мультяшная, что ли, чем у Куни в Уконге. Но работа художников просто высочайшая. Смотрите на этот весь шит. Снег этот летающий, звуки. Пожалуй, тут круче зима передана. Из этого никуда не попасть. Что бы вы, недоумки, без меня делали? Открыл новый мир. Бубновый. Козырный. И для чего тебе вообще компания Кратоса, госпожа? Ты ведь легко справлялась с заклятиями Одина без посторонней помощи. Многие проклятия ослабли из-за Фимбл Винтера, но одна я их все равно разбить не могла. Это очень крепкое.
То есть, когда ты пытаешься его прикончить, это у богинь значит, будь добр, помоги? Не припомню, чтобы я тебя об этом просила. Так ты и не просила. Я все равно подумывал навестить старую приятельницу, как раз в том мире. И подозреваю, что если вам подсоблю, то попаду аккурат туда, куда надо. С чего ты это взял? С того, что, по слухам, моя знакомая завела дружбу с твоим тупоголовым братцем. Фрейр, тут ни при чем. А я вот считаю иначе. Печенкой чую. Вот Фрейра, я думаю, мы еще встретим. Надеюсь, он не будет таким же вегетарианцем. Я чувствую нить спутывающего заклятия. Его источник там. Красиво. Иди за мной. Тут еще больше дерьма, чем в Муспельхейме. И пахнет почти так же. Небось, из-за Фимбулвитера. Но если так они помирятся... Это лишь на время, Мимир. Для чего-то более серьезного нам не достает доверия. Ну хватит. Сама знаешь, что не Кратос виновен в твоих страданиях. Вы оба способствовали моим страданиям, как и прочие. Блин, как красиво, слушайте. Охренеть. Вау. Шикарный мир. Да. Это истинное наслаждение. Давайте я вам загадаю одну загадку. Что есть и у людей, и у кораблей? Легко, нос. Есть что-нибудь посложнее? Не дали подумать. Ну, погоди, у меня ум. Я думал, корма. У некоторых такая корма, что корабль позавидует. Ах ты, зараза! Как он сложно летает. 15. А сколько там надо было, я не помню. Когда штук 20 набьем, тогда можно будет слетать в тот мир морозный. Пока что, пожалуй, это самый красивый мир. А тут время суток будет меняться? Ну, имея в виду по сюжету. Так-то понятно, тут он неизменный. Так, это загадка какая-то. Не, не так оно решается. Простите, жучки, вы напрасно умерли. А что это за растение? О. Останки какой-то цивилизации. Идем. Майя. Надо найти дорогу. Вот этот мир очень интересно обследовать. Такая же антилопа, как у Ангербоды, да? Понадобится магия посильнее нашей. Ты грибами поросло. Ну что ж, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео. И всего вам наирас прекраснейшего. Ха-ха!